Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем прохождение Half-Life Alyx. Стою я на этой лестнице, и в эти мгновения мне кажется, что я оказался в российской больнице. Все так знакомо, по-родному. Да, и стены приблизительно такие же. Почему это не к добру примета, что ли, такая есть? Волосатик. Да, смотрите, какой у него агрессивный. Блин, он шевелится. Я напугался на секунду. Да, это явно самец. Смотрите, какой. Уверенный, большой. С черным окрасом. Но это, скорее всего, тоже самец. Плечи расправил. Так, а вот здесь у нас патроны. Благо, нам не придется с ними сражаться. Кстати, патронов-то у нас дофига теперь, 110 патронов, между прочим, для пистолета. А буквально мгновение назад у нас пустые магазины были, а точнее, пустые карманы. Кастрюлька, кстати, неплохо сохранилась. Как новенькая практически. Так, ладно, вот сюда ее переложим. Здесь у нас тарелки, и смотрю я... Вентиляция есть. Возможно, нам придется ее задействовать, хотя сомневаюсь. Здесь вроде открыто. Так, точно ничего не забыл. Я, конечно, стараюсь осмотрительным быть, но в итоге, я уверен, много всего пропустил. Как минимум ящики. Мне об этих ящиках постоянно пишут в комментариях. Неприятно. И смолы у нас уже достаточно. Сейчас глянем. 39 уже с ракет смолы. Может быть, сразу один апгрейд сможем перепрыгнуть и вкачать что-то более полезное и интересное. Так, ладно, знаете, на всякий случай я возьму ведерко. Если уж обделаюсь, то не на пол. Все-таки такую красоту не хочется разрушать. Так, придется, видимо, Бучкиным сдвинусь. Да, двумя руками, как учили. По-моему, я сам залез в эту бочку. Так, отлично. Теперь берем ведро. Берем пистолет. Ну и, как всегда, я только что покушал. Мало ли что-нибудь отвратительное удастся увидеть. Так, вот и ящик. Вот и ящик. Но я стараюсь. Я стараюсь их замечать. Просто в игре много коробок различных. Иногда освещение недостаточно, чтобы увидеть тот ли этот коробок. Да, замечательно. Кстати, еще одна инъекция сзади валяется. Если что, можно как раз ведро и положить. Так, здесь нужна личинка. Значит, сейчас будет бой. Я готов. Это что за дерьмо? Мы испугались друг друга. Скат? Он на ската был похож, с лапами. Малыш? Ты друг? Видимо, он не создает теперь напряжение. Куда он залез? Не знаю, но сейчас будет похоже скример, готовьтесь. Но я на всякий случай буду готов его в ведро поймать. Вот он! Классно, эпилептики, надеюсь, не умерли. Это что, задымление? Или это он как скунс? Только смотрите на него. Так, ну я не уверен, что он дружелюбный. Так что просто стреляй, мне наплевать. Кто он и чего хочет. Он меня напрягает и пугает. Твою мать. Сукин ловкий сын. Так, он где-то справа. Обойти он здесь сможет, да? Перезарядка, ладно, забейте на ведро. Я никогда его не поймаю. В это ведро лучше двумя руками буду ствол держать. Тихо. Да, он эти разряды электрические создает. Как же он напрягает. Спокойно. Не переживайте. Только что как будто он мне в глаз попал. Да, оглушает он не слабо. Так, у меня магазин. Перезарядка. И хп у него достаточно много. Может быть, я зря
пистолетные патроны трачу, хотя у нас их дофига, уже Alex, не дофига. Alex, what happened? There was like a dog-looking lightning thing. Oh, sorry, I missed that. Да, ты самое интересное пропустил. Hey, так было зрелищно. This thing fell out of the dog. Oh, look at that. Она трясется. Че он сказал? Это нормальная штука? Какое-то сердечко маленькое. Электрический двигатель какой-то. Так, ладно, оставим пока здесь. Видимо, это еще одна органическая граната, вырванная прямо из пасти этой твари, ядро некое, благодаря которому он и все эти манипуляции проделал. Так, ладно. Здесь мы немного поторчим. Вот, кстати, и стиралки. К сожалению, теперь ни одной из них не воспользоваться, я уверен. Весь интерактив забавный был в самом начале. Но теперь его все меньше и меньше. Так, ну ладно, в прачечной у нас ничего полезного нет. Здесь магазин. Я возместил себе убытки в любом случае. Маслица, коробка как будто из-под патронов. Сливочное масло. Чистое, соленое. Классно. Так, здесь ничего. Все, вроде коробок я не вижу. Я стараюсь, господа. Я стараюсь, всматриваюсь, прищуриваюсь. И торчу на одном и том же месте. По несколько часов. Но это мне не помогает. Так, а портки можно прикарманить? По всей видимости, нет. Что ж, двигаемся дальше. В таком случае... Видимо, эту хрень нужно использовать быстро, или, может быть, есть что-нибудь можно запитать. Ведро, кстати, можно положить. Отличная идея. Меня же не задамажили? Да, все нормально. Так, все, теперь... Оно провалилось? Оно проваливается сквозь ведро. Или... Да, ну и дерьмо. Так, ладно. Может, оно все-таки меня не дамажит этими разрядами? Да, но активирует все, что может этими разрядами. Все, что может включить. Видимо, таким образом мы что-то сумеем запитать. Контроллер просто вибрирует. Женщины, может, и сочтут это приятным. Но мне как-то тревожно скорее. Короче, возвращаемся, видимо. Эта штука нам... А, да, точно, здесь же... Батарейка требовалась. Вот, возможно, эта штука и сможет заменить батарею. Смелись предположить. Да, это еще один источник энергии просто. Зря я заморачивался и искал там внизу что-то. Так, ладно, два патрона у нас осталось. Хилка нам не нужна. Плюс еще инъекторы у нас валяются позади. В лифте кто-то застрял. Нужно вызывать лифтеров. Но сомневаюсь, что в такое время они работают. И выжили вообще. И, похоже, назад я уже не вернусь. Я думал, эту хрень, кстати, можно как электрическую гранату использовать. Так, взлом с цветами и значками. Желтый рядом, синий рядом. Ну, приблизительно запомнил. Да, все сложнее и сложнее. Я покрутил эту хрень теперь. Не помню, где зеленая, например. Еще здесь поле дополнительное появилось. Так, красная вот с этой стороны, где-то вот здесь, по-моему. Да. Так, красная есть, одна из них зеленая. Наверное, вот так вот. Нет. Готово. Да, в этих головоломках постоянно какой-то новый элемент. Они не просто усложняются, но и добавляются новые элементы. Так, я вижу, у него граната. Так, забавно, он отлетел. Но гранату я забрать не успел. Зато здесь есть кое-что получше. Органическая граната. Ладно, патрон придется потратить. Или, может быть, даже несколько. Попал. Так, замечательно. Сейчас будем закидывать их сверху тогда. Бомбардировку устроим. Главное схватить. Вот так вот. Оп. Все. Так, кто у нас там внизу? Один господин. Поймает сейчас органическую гранату. Куда-то я ему в штаны ее засунул. Далее. Что у нас здесь? Проход заблокирован. Здесь газовые баллоны. Да, и сверху один
Возьмем пистолет, один патрон, кстати, в стволе. Блин, я боюсь, что эта конструкция разрушится, и я упаду вниз. И скончаюсь, хотя нет. Но в любом случае вниз нужно к лифту спускаться. Напомнил почему-то сцену из концовки Portal 2. Уже с подъемником. Так. А почему... А, стулом. Стулом заблокирована дверь. В таком случае... Как нам попасть в эту комнату, если с этой стороны проход заблокирован? Ну, видимо, да. Кинуть, просто швырнуть туда гранату. Тем более, бесплатно, почему бы и нет. Бесплатен, конечно. Только сыр в мышеловке. Или... Вот это вот граната в щупальцах. Но, тем не менее, это того стоит. Так, аккуратненько кидаем. Да, там баллон взорвется, соответственно, упадет стул. Мы таким способом уничтожим баррикаду. Забираем смолу. Сверху вроде ничего нет. Здесь пусто. Несемся вдаль. Как беспечный ангел. Да, стул повернулся. Причем он не особо-то и отлетел. И нахрена я сюда попал? Вопрос интересный. Наверное, ради смолы. Плюс еще можно туда гранату закинуть. Так, ладно, бочку мы убираем. Да, наверное, нам сейчас и нужно будет это сделать. Правда, не знаю зачем. Сомневаюсь, что таким образом мы сумеем подъемник спустить или поднять. Мы вроде как внизу. Так. Ага, я понял. Замечательно. Гениально. Так, ладно, давайте здесь прыгнем, так сказать. Оказывается... Бочка это была просто для виду. На самом деле, эта дверь не рабочая, ни с какой стороны ее не открыть. Ладно, давайте возьмем гранату. Попробуем швырнуть туда. Но, скорее всего, нам просто надо медленно, аккуратно спускаться. Может быть, через... Да, вот сюда вот. Мало ли что-то произойдет. Не зря же здесь отверстие. Оп. Швырнули. И кого-то там взорвали. Надеюсь, там не было никаких выживших. Так, окей. Давайте тогда спускаться. А что будет, если я постоянно буду забирать эти гранаты? Он же сразу новую рождает или нет? Да, смотрите, выстрел сразу новый. Из его анального колечка. То есть, по идее, я могу заспавнить огромное количество этих гранат и с собой носить. Я вниз их закину. На всякий случай. Давайте еще две возьмем. Так, одна. Потом найдем там внизу. Давай, быстрее. Ты работаешь на меня. Как же он соблазнительно выкакивает эти гранаты. Так, ну ладно, 4, я надеюсь, нам хватит. Плюс еще баллоны я сейчас закину туда вниз. Он тоже нам может пригодиться. Так, среди этих ящиков вряд ли мы что-то толковое найдем. Наверху ничего нет. Можно спускаться вниз аккуратно. Приземляемся. Чуть не подскользнулся. Застрял задом в стене. Возьмем пистолет с одним патроном. О, спасибо, дополнительная граната. Блин, зря я ее выкинул. Надо было на язык закрепить. Хотя сейчас... Да, смогу притянуть. Давайте, может быть, патроны будут. Для дробовика, например. Или что-то смола, в конце концов. И ничего. Если не считать печенье. Лучше, между прочим. У нас нет оснований не верить. О, здрасте, до свидания. Так, пожалуй... Я надеюсь, на двери они открывать не умеют. Пожалуй, я возьму... органическую гранату. Все, готово, немного дров и плов готов, хотел сказать я, но они все выжили. Так, секунду. Главное не упасть. Рука пропала. Ну все, бега. Я упал. У меня рука пропала. Я не знаю, что делать в такой ситуации. Сейчас попробую вызвать меню. Может, мне как-то это поможет. Господа, не бейте, не унижайте. Так, вызываем меню. Сейчас отступим куда-нибудь вот сюда. Одного, по крайней мере, я здесь взорвал.
О, вторая рука появилась. Но в игре ее нет. Ладно, сейчас мы сохраним игру. Вот здесь вот спрячемся. Хотя я не уверен, что это хорошее место, но выбора нет. Может быть, не самый удачный сейв будет. Могу только махать им и получать удары. Так, ладно, сейчас смотрите, мы аккуратно. Оп, обойдем. Нет, не получилось это сделать. Я не знаю, что делать, короче, в такой ситуации. Ну-ка, если я сдохну именно и загружусь, может быть, мне это как-то поможет. Нет, это не решило проблему. Но теперь я как пожилой вьетнамский ветеран. Все, что могу делать, это бухтеть и ходить, вспоминая события, как мне отгрызли руку. Блин, я, честно говоря, не знаю, что делать в такой ситуации. Похоже, нам нужно загружать то сохранение, где рука у нас была. Да, рука появилась, надеюсь, она больше меня не покинет. Блин, а на этот раз он не хочет сюда подходить. Хотя, он попробует так швырнуть. Мне не заденет, скорее всего. Блин, на этот раз я просто просрал гранату. Так, ладно, что мы здесь сделали? Использовали органические гранаты. На этот раз я решил по-другому немного пройти этот момент. Да-да, это уже. Хватит, мы с тобой уже боролись. Так, закидываем сюда, смолу забираем. Будем надеяться, что в ближайшем будущем рука больше не пропадет. Кидаем парочку вниз. Ну, давайте, наверное, две штучки на это раскинем. Да хватит. Прекрати. И за дверь я тоже швырну сразу две гранаты. Ладно, давайте третью. На всякий случай, запасная должна быть всегда. План Б. Так, все, закинули. Что я еще здесь собирал? С этой стороны ничего нет. Я баллоны сейчас закидывал вниз. Туда, в тот отсек, в ту щель я уже гранаты закидывать не буду в этом. Я думаю, нет никакого смысла абсолютно. Так, теперь мы аккуратно спускаемся вниз. Берем одну гранату. Берем вторую. Закидываем сразу две. Сейчас поближе, чтобы нужно их подпустить. Ку-ку. Ну, идите сюда. Твою мать! О, это плохо. Все нормально. Так, теперь смотрите, как это делается. А где вторая граната? Я ее за дверь, что ли, столкнул каким-то образом? Или я ее не поймал? Черт его знает. Там инъекция, кстати. Блин, ну мне очень нужно туда, за эту дверь. Ладно, кидаем первую сначала. Так, закрываем. Сейчас вторую найдем. Главное, дверь не открывать. О, магазин. А вот и вторая. Ну или это третья, скорее. Которую я кинул. Так, активировали, кинули. Наслаждайтесь. Теперь одним глазком. Все, нет, еще один остался. Ну хватит. Чего ты смотришь? Ладно, хрен с тобой, придется и в него гранату кидать. Или, может быть, потратить патроны. Так, что-то я мог схватить. Это инъекция. Вон что творится. Че это было вообще? Не знаю, это что-то... Ага, это банка. Это что-то улетело в никуда. Так, блин, там еще один выжил. Ладно, придется, наверное, тратить. Я так больше времени потрачу. Да, тем более ХП у него не так много оставалось. Как раз две пули. Так, нормальный размен. Магазин. И смола. Еще смола. Он не обратил внимания, да? Настоящие советские плакаты, именно так они и выглядели. Так, ну что ж, мы спускаемся вниз. Не нашел я ту органическую гранату, которую я притягивал к себе, не знаю, куда она делась. Наверное, я в очередной раз ее проморгал. Так, этот зомби имеет больные места какие-нибудь? Нет, к сожалению, нет. Так что, ладно, давайте просто пристрелим его в конце концов, чтобы он не мучился. Прости, братан. Краб живой. Естественно. Этим вроде как
Тоже повышенный урон идет по пузу. Огромное количество инъекций. О, немножко смолы. Потому что доктор прописал. Еще один господин здесь остался. Да, надо было все-таки гранатами их закинуть. Так, этот сдох точно. О, да их вообще огромное количество. Блин, этот еще и с бронированным. Ладно, возьмем дробовик. Как отлетел. Давай, покажи пузо. Благодарю. Еще инъекция. Или это все та же? Возможно, это все та же. Так, ладно, берем пистолет. Здесь у нас есть спуск. Здесь у нас ничего полезного. Еще инъекции. Просто можно обмазываться этими инъекциями. Но нам, насколько я понимаю, сюда. Да, нужно запитать панель. Все-таки спускаться придется. За батареей. И кажется, я догадываюсь, где взять эту батарею. Да, отличное название. Я все ломал голову. Но это будет легко. У него там, по-моему, опухоль появилась. Да, вон большая, смотрите. Для нас это будет проще, наоборот. Сейчас он лопнет. Лопнул? Нет, он не лопается. Ладно, перезарядка. Что с ним проще происходит? Колбасит его знатно. Да, видимо, просто по опухоли нужно стрелять. Так, и что? Она вылезет еще? Она замотала ему голову, по-моему. Ну, замечательно. Что я могу сказать? Просто великолепно. Она переползает и переползает теперь к ноге. Потом наверняка мне ее еще уничтожать нужно будет. Да, вот этот вот максимально неприятный моб. Бомба выковыривается. Да, просто класс. Еще и убивать ее дополнительно придет. О, еще лучше. Я же думал, куда может быть лучше. Хуже уже не будет, как говорится. И тут бац. Так, ладно, надеюсь, она не вытянется оттуда. Не вылезет. До сих пор, пока я гранату не найду. Так, магазин. Еще инъекция. Но она немного меня закоцала. Ладно, давайте заюзаем инъекцию, наверное. Потому что у нас их много. На огромном количестве. Так, все, да? Здесь ничего больше нет. Если найдем гранату, я попробую туда швырнуть. Но голову засовывать никакого желания нет. В таком случае, что нам делать? Видимо, действительно придется подниматься как-то наверх за органической гранатой, я хотел сказать. Но нет, все гораздо проще. Иди сюда, тварь. Направо, по-моему, да? Нет. Нет, о, ну прекрасно. Просто кайф. Так, ну и куда мне стрелять? Ё-моё, это просто босс какой-то. Это собака? Посильнее, похоже, будет. Куда мне стрелять-то, в голову? Нет, в руку. Спокойно, не петушуй. Расслабься. Давай просто кружиться в вальсе. Так, тебе такое предложение. Это разрядит обстановку. Так, и переходит в голову или в пузо, куда? Куда дальше? Может, сейчас его надо добивать? Не, бесполезно, мне кажется. Он пуленепробиваемый. Надо, видимо, ждать. Хотя я уже не уверен, что таким способом мы сможем его убить. В предыдущий раз мы же нанесли ему какой-то урон. И он успокоился, он вылез в конце концов. Когда мы разорвали ему голову. Да, вот сейчас он вылезает. Зря я поменял магазин, там был патрон. Ну, класс! Я не знаю почему, но у меня исчезла снова рука. Я не знаю, что делать.
Мне снова, видимо, нужно загружаться. Неизвестно. Он еще и прыгает. Неизвестно, куда загружаться. Все. Да, замечательно. Осталась у меня только одна рука. Ну, дробовик, кстати, заряжен. Но я думаю, бесполезно уже пытаться уничтожить эту тварь, потому что рука у меня не восстановится. Раз уже ее съели, то это навсегда. Куда она делась-то вообще? Она обратно залезла, она еще и скрылась. Я хрен ее найду. Нашел. Как ниндзя отступает. Не знаю, зачем я продолжаю бороться. Да, ну, видимо, так будет до сих пор, пока я ее вовремя не уничтожу. Вот в дробовике один патрон. Если что. Я вам только что... У меня два патрона. Я не только что закончил, или нет, даже три патрона. Один, да, последний остался. Ух, дохни! Нет, к сожалению, этого не хватило. Но она похрамывает, по-моему, смотрите. Вам не кажется? Она страдает. Не знаю, восстанавливается она или нет. Так, слушай, а ты мне дашь взломать тут одну систему? Может быть, я гранату найду? Может быть, стоит теперь бороться до конца? Как вы думаете? Не знаю, куда она уползла. Так, смотрите. Сейчас там будет граната, мы кинем в нее гранату. А потом после подъемника... О, рука восстановилась! Все, отлично. Гениальный план сработал. Тут магазин, кстати. Все, тогда добиваем, мразь. Сволочь. Лишила меня двух рук. Сдохни. И зомби поднялся. Ты какого черта встал? А полупустой магазин, кстати, не вставить в ствол. Точнее, не взять, вставить в ствол-то можно. Да твою мать, классная АИМ. Не взять с собой. Блин, да его можно-то вообще убить? Какого черта он вообще встал? Нет, ну похоже, пули отскакивают, его ведь нельзя убить. Ладно, возьмем просто заряд. Быстро сместимся сюда. Закинем его вместо батареи. Так, все, мы здесь все забрали. Есть еще две инъекции, но у меня фул ХП. Хотя нет, не фул. В таком случае в пузо себе вставлю. Одну, вторую возьму с собой. Больше здесь толкового ничего нет. Гранат я не вижу. Смолу я постарался, какую видел, забрать. Плюс еще шприц в нем, но мне кажется, мне достаточно. Так, теперь главное быстро свалить, пока он ко мне не пришел. Давай, лифт быстрее. Ясно? Так он работает-то. Так, сейчас, секундочку, придется обойти. Кстати, смолу я не все забрал. Ага, я просто капсулу новую вызвал. Так, отлично, капсула открывается, кнопка нажимается, предварительно закрывается дверь. Так и должно было быть. Тихо, братан, вот в таких ситуациях телепорт помогает. Видимо, так не должно было быть. Меня вытолкнуло. Может быть, игра намекает на то, чтобы я убил все-таки, добил этого зомби. Так, ладно. А теперь я вызвать-то смогу? Видимо, надо дождаться, пока он доедет до самого конца. Я не знаю, можно попробовать еще раз, пару раз в голову его выстрелить. Куда он делся вообще? Я его вообще не вижу. По-моему, он пропал. Так, ну сейчас нам остается посмотреть, сумеем ли мы... Нет, видимо, вызвать мы не сумеем. Придется загружаться в очередной раз, потому что я просто не успел в лифт сесть и теперь сделать ничего не могу. Залезть на... Ну, точнее, я в него сел, но он меня каким-то образом вытолкнул. Да, неприятный момент. Ладно, давайте посмотрим, когда в последний раз было автосохранение. Берем смолу, и я надеюсь, на этот раз нас не вытолкнут. Может быть, я сейчас смогу его убить? Как он встал вообще? Я его уже убивал, сколько можно.
Жалко, баллонов больше нет. Так, заряд остался. А, может быть, шприц его хилит, кстати. В чем я очень сомневаюсь. Что-то он вообще на этот раз застрял. Братишка. Ладно, попробую его убить, конечно. Видите, пули отлетают как будто. Я не попадаю. Еще вертится. Не, ему наплевать. Ну хотя бы он на этот раз на месте стоит. Может быть, он нам не помешает. Может быть, это он как-то вытолкнул меня, когда находился рядом. Так, направляем батарею. Пробуем вызвать лифт. Я попробую сместиться в центр зоны своей. На всякий случай. Да, эту я и не видел. И патрон один давайте возьмем. Правда, я его не смогу сложить в инвентарь. Да, я уже закинул новый магазин. Ну ладно, невелика потеря, один патрон. Это не так важно. Так, смотрите, залезаю полностью в этот подъемник. Нажимаю на кнопочку. А, закрываю сначала. Это был шкаф. Нажимаю на кнопку, стою в середине. Не вываливаюсь. Да, все, отлично. Так мы и справились, так мы и победили разработку Габена. Вот мы и вернулись. Кстати, может быть, отсюда можно было притянуть те гранаты, которые валялись. Ладно, господа, в любом случае мы на этом остановимся. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.